Третье воскресенье ноября во всем мире признан днем памяти жертв ДТП. Почтить память погибших в автокатастрофах на площади Пушкина собралось около 150 человек. Молодые люди зажгли свечи и выстроились в виде числа 167. Столько человек погибло в Ивановской области в этом году. Цифры достаточно высокие по смертности именно в этом году. Так, например, с участием детей возросло количество ДТП на 800% в области и на 200% в городе Иванове. Увеличилось количество ДТП с участием пешеходов на 120% в городе Иваново. И также с участием нетрезвых водителей на 150%. То есть цифры не утешают. Обратить внимание пешеходов на эту проблему активисты решили ярким и очень заметным способом. Они провели на площади флешмоб «Засветись», призывая пешеходов носить одежду со светоотражающими элементами. Мы с молодежью собрались на этой площади, площади Пушкина, для того, чтобы, во-первых, почтить память всех тех, кто погиб в автокатастрофах и авариях, а во-вторых, снять промо-ролик по безопасности дорожного движения, в частности, освещение фликеров и световозвращающих элементов на одежде. Промо-ролик ребята выложат в интернет и будут распространяться среди своих друзей и знакомых. Так они стремятся не только акцентировать внимание пешеходов на собственной безопасности, но и показать, что одежда с фликерами – это модно и стильно. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.